Приветствую всех вас, любимые. Приветствую каждого. Приветствую вас небесной любовью. И поздравляю всех вас, кто сегодня находится здесь, на этой трансляции, потому что вы знаете, что случайности не случайны. И мне хотелось бы обнять каждого из вас, убирая все преграды иллюзорных расстояний между нами. И сегодня мы совершим с вами еще один шаг, еще один такой некий скачок. Все вместе. Совершая эти шаги, мы совершаем их в нашем едином сердце и синхронизируя эти шаги с вашими небесами. Все больше и больше, глубже и глубже, проходя по всем вашим клеточкам памяти, освещая их, пробуждая их, вы все больше и больше будете вспоминать то, о чем мы вам вещаем, то, о чем мы вам передаем. Если для кого-то сейчас эти знания будут казаться какими-то непонятными, а для кого-то даже, возможно, странными, просто позвольте себе не давать этому никаких оценок. И мне хочется напомнить, что проект Академии Центр Света создан высшими, не просто высшими силами, как вы знаете, да, силу. Сегодня мы с вами поговорим о том, что это такое, а высшим сверхразумом, который находится над этой силой. Люди в интернете очень много говорят о высшей силе, и мы с вами шаг за шагом начнем освещать эту память. Эта память освещается посредством звука, передачи звуковой волны изначально клеток памяти под действием РНК для того, чтобы ваше сознание смещалось в изначальные этажи вашего ДНК. И все, что здесь передается, это не просто какие-то красивые слова, а это в первую очередь живое присутствие, для которого нету никаких границ, абсолютно никаких границ, когда ваше сердце касается этого звука. На каком бы уровне эволюции, эволюционного ключа вашей жизни, вашего сознания, кода, кодонов памяти вашего сознания, вы бы не находились, а мы все те, кто сегодня в своем множестве, все ваши звездные семьи, хотим передать вам всем огромную, колоссальную поддержку. Это не просто поддержка, это объятие, потому как абсолютно нету виноватых. Вы просто забыли, и можно сказать, даже притворились или вошли в некую игру и играете, и забыли свой
этот звук могущества изначальной РНК, изначального света, могущества вашей ДНК дома, а потому вам кажется, что вы порой беспомощны. Вы выбрали этот путь получения этого опыта, когда у вас на кристаллической сети Земли, той кристаллической решетки, которая была создана для получения опытов, были прописаны эти опыты, чтобы ваш мозг действовал всего на 1-2%, так же, как и ДНК. И, конечно же, на этих кристаллических решетках сознания, отделение от кристаллической сети сознания мозга целого. И не могло быть записи, солнечных записей изначальной вашей генетики, изначальной вашей памяти, изначальных ваших солнечных кадонов, которые несут и воплощают абсолютное единство, радость и здоровье, в первую очередь всего вашего пространства и всей вашей подлинной сути, подлинной изначальной сути. Вы выбрали так спуститься из этих изначальных сфер, полей кристаллических, в сеть сознания разделения от нас, от вашего дома, для того, чтобы проигрывать эти сценарии без поддержки и без помощи. И мы сейчас вновь и вновь, я касаюсь каждого вашего сердца, и умножаю, я множу это сердце, оживляя его, разворачивая эту помощь и поддержку прямо сейчас в вашем пространстве. Это сердце начинает пульсировать и, являясь для вас просто дверями, для того, чтобы вы смогли пройти через свою единую земную проекцию в проекцию небесную и соединиться в срединном теле и самим стать этими дверями. Но прежде давайте вспомним эту суть. Давайте, любимая, вспомним всю суть. Суть сознания, которую вы пришли проиграть на кристаллической сети Земли, да, старых платформ, мы уже их называем старыми, потому что человечество покидает эти платформы, и многие могут видеть, как они разрушаются со всеми практиками старого сознания. Те же, кто уже вышел сверхсознания, то они видят, что это происходит не разрушение, а перемещение, смещение на иные кристаллические решетки или вовсе за их пределы в сознание, чистейшее сознание наблюдателя.
Конечно же, многие из вас проходят сейчас различные опыты и проходили их всегда, потерь, недостатка в чем-либо. И особая тема, которая затрагивала вас и вело к эволюции, это тема здоровья. Тема здоровья, которую мы можем назвать как исцеление, потому как вы желали этого исцеления, скорейшего выхода из этих программ страдания, когда тело страдает, и вы ничего с этим не можете сделать. Давайте, раз мы уже об этом заговорили, то мы сейчас разворачиваем эту память и касаемся вас своим светом, своей любовью, своей поддержкой, вас в этой памяти. И давайте вспомним, что все эти процессы с вашим здоровьем вы брали в предвыборе души сами. Для того, чтобы проходить помимо баланса и гармонизации души в ее эволюции, выравнивать, да, это всегда вам служило. Также это вело к процессу эволюции. Ну, или же, конечно, по вашей воле, напротив, к процессу обратного, да, деградации. Но те, кто здесь присутствует, здесь таких нету, кого вело в обратную сторону. Вы не просто так раскрываете для себя эти клетки памяти, и очень многие из вас в поисках ускоренного как бы избавления, по сути, избавления от своей сути, избавления от своего изначального, этого подлинного «я», от сознания забвения, то, что вы забыли, вы просто забыли, каким образом необходимо действовать. Из-за этого вы начинали вступать в различные, в том числе кармические игры, обращаясь к кому-либо, перекладывая эту карму на того, кто бы вас исцелил. Поэтому и говорят, и это так и есть, что в новом времени все носители сверхчастотного сознания — это те, кто не перекладывает ни на кого, а значит, еще более глубоко не отдает свою силу, а сам ее трансформирует, принимает, трансформирует и превращает в то золото, в ту силу, которая ему служит. И сейчас, продолжая транслировать дальше эти воспоминания для вас, именно воспоминания, а не просто как некое учение или очередное для вас какое-то познание, а мы касаемся ваших клеточек памяти, мы еще раз касаемся вашего этого пульсирующего сердца в вашем пространстве, и теперь разворачиваем присутствие изначальной Вселенной, раскрываем еще раз ее сердце и разворачиваем регион, координату времени, живого присутствия цивилизации, дверей рая. Это сердце раскрывается тремя вспышками. И сейчас освещает все ваше пространство, заполняя
живым светом. Если ваше сердце готово открыться, мы заполняем его этим светом, бесконечным светом первоисточника. И вспомните, что еще до того, как рождались небеса, были сотворены вы, были сотворены животные, а также растения различные. И все эти семена были разложены в абсолютном порядке по кристаллическим решеткам всего мироздания. И если человек, человеческое сознание думает, что что-то можно вот так поменять или на кого-то переложить ответственность, чтобы кто-то пришел и исцелил или изменил, то на самом деле знайте, что каждый раз в этом моменте вас все глубже и глубже будет отталкивать под пирамиды забвения нижних этажей сознания для того, чтобы вы прошли свои, как вы называете, кармические уроки и приняли ту суть, кем вы являетесь на самом деле. И вспоминаем, что человек на самом деле ничего не может поменять. Суть состоит в том, да, как говорят, что правды много, истины много, но если мы возьмем истину как заединое, то мы с вами увидим, что на самом деле все существует одномоментно, абсолютно одномоментно. Все есть, вот в чем истина, есть все. В разных мерностях, в разных плоскостях, с разной точки зрения, на различных кристаллических решетках, платформах сознания, с их различной геометрической структуры. Есть все одномоментно. И суть состоит в том, чтобы вы вспомнили, кто вы есть подлинный, вспомнили свою подлинную суть, вышли из этого забвения, чтобы все шоры спали, и вы просто научились этим управлять, не перекладывая ответственность. А как я сказала ранее, и сейчас как раз я договариваю об этом, для того, чтобы, если применять слово «исцеление», то значит самоисцелиться. Но нет, по сути, никакого исцеления, как и нет никакого изменения. Мы ничего не меняем, все заложено на своих кристаллических решетках сознания. Все есть, все прописано. И нижние миры, и верхние миры. Мы смещаемся, мы с вами просто перемещаемся в сознании туда, где это есть. Есть те координаты, где вы абсолютно, абсолютно свободны. Эти координаты заложены в вашей ДНК. По сути, мы перемещаемся по некой мистической ДНК, созданной по образу и подобию, это сознание. А точнее, если говорить, то само ДНК человека создано по образу и подобию сознания Бога. Просто у человека, как я ранее сказала, была активирована малая-малая часть. И в это волшебное время
абсолютно волшебных перемен, где раскрываются эти небеса, вы абсолютно все, вспоминая свое изначальное подлинное «я», точнее не просто «я», а весь ваш мир, можете абсолютно свободно передвигаться по этим кадонам памяти, абсолютно свободно, не меняя ничего, а перемещаясь в те записи пространства-времени, где это есть. Что же происходит на Земле? Что же происходит в человеческом сознании? А происходит следующее, что, принимая опыты разделения, когда человек прибыл сюда проигрывать эти опыты, все, что он воспроизводил на старой сети сознания, по сути, это можно назвать одной фразой. Человек здесь воспроизводил сценарий искажения пространства. То есть, по сути, поддерживал этот глубокий сон. Будь то медитации, я знаю, что очень многие не любят, когда я говорю о медитациях, о том, что пора выходить и передвигаться, перемещаться в сознание осознанно, с открытыми глазками. Потому как на старой сети сознания, которую вы можете для удобства, да, для тех, кто не так давно с нами, например, просто это называть как эпоха, да, эра рыб. Это действовало, это действительно работало, и это помогало хотя бы отвлечься от этого мира хаоса, раствориться и множество различных моментов пройти, и не только пройти. Они были также заземлены, да? Здесь на Земле были переданы определенные записи. Но сейчас пришло время осознанного перемещения, сверхэволюционного. Потому что при медитациях, это не только при медитациях, при различных неосознанных практиках, при также каких-то психических заболеваниях, происходит так, что вы выходите, как бы отрываетесь, да, от тела, и когда возвращаетесь, ваша душа возвращается немного позже, немного, так скажем, с неким запозданием, да, ваша сила. И бывает так, что, путешествуя по различным координатам, особенно без высших наставников, высших сфер, высших изначальных сфер, да, мастер клетки изначальной ДНК, которая высвечивает этот путь, теряются силы, теряются части души. Это очень больно, за этим больно наблюдать. Но сейчас пришло время все эти части собрать изо всех ваших различных неосознанных путешествий, собрать посредством звука изначальной РНК, которую программирует источник из первых полей памяти. Также
Давайте вспомним, что до 21-го измерения, представьте, до 21-го измерения, до 7-го измерения, это измерение сознания, разделение, это все кристаллические сети сознания, по которым человек проходит, да, прогуливается. Выход изо всех страданий, абсолютно изо всех, изо всех болезней, не только, да, кого-то интересуют там какие-то вирусы, болезни, заболевания, у кого-то детишки болеют, но мы в том числе говорим и о серьезных, да, каких-то болезней, органов отдельных, да, которые разлагаются, клеточки, да, этих органов умирают. И выход находится за пределами 21-го измерения. Для человека выход в 21-е измерение ранее был подобен смерти. Не просто подобен смерти, а возможен только после смерти этого тела. Потому что тело не могло выдерживать такие вибрации и частоты. На сегодняшний день в связи с таким, с глобальными, да, изменениями этого перехода, этой поддержкой, поддержкой изначальной семьи, изначального дома. Возможно, очень многое. То, что раньше казалось просто утопией или каким-то невозможным волшебством. И, возможно, в физическом теле, в сознании выйти в эту точку 21-го измерения. Ее еще, как я уже говорила, да, называют точкой смерти. На самом деле, если более упрощенно говорить, то это та точка, где полностью умирает человек, да, человеческое сознание, и уже выходит сознание небесное. Небесное сознание, которое начинает сопровождать это тело. И это небесное сознание является сверхчастотным, да, сверхчастотным сознанием, которое люди называют Богом или божеством, да, не определяя Бога в какие-то рамки, как само, да, такое существительное или божественное, но неважно, да, это сверхчастотное сознание, которое является неким целителем, подберем это слово, исцелителем, чего, любимые, вашего подлинного тела природы. И тут мы вспоминаем, что болеет на самом деле не ваше тело, а ваше подлинное тело природы, ваше земное тело подлинное, которое вы можете представить в виде некого великана силы природы, да, вот такой целостной силы природы, которая является по своей сути силой бессознательного. И этот некий такой великан, он постоянно издает некий звук, его еще можно этот звук назвать как гипнозом, он словно гипнотизирует, он усыпляет, он постоянно усыпляет мозг, постоянно усыпляет человека, и человек ходит постоянно как спящий по этим туннелям сознания, по сознанию, да, еще называют по сознанию тюрьмы, до 7-го измерения. И так как ваши части души повсюду раскиданы, раскидана ваша сила, а еще так вспоминаем, да, что есть и такие люди, да, носители, которые находятся даже без души, вообще без этой силы находятся. И пришло время эту силу собрать. Потому что именно ваша природа, ваш этот великий великан во всем своем могуществе, да, во всех своих кристаллических сетях сознания и деревьев, и трав, и кустарников, и животных, да, то есть земное сознание. Внимание, человек оперирует земным сознанием природы подлинной,
Когда вы собираете все частички вашей души, когда вы это вспоминаете, и происходит некий процесс освещения ваших клеточек, оно еще называется по, да, освещение, то есть освещение клеток памяти, и вы поднимаетесь по этому лучу, а мы сегодня к концу нашей встречи, да, как раз произведем некое такое освещение. И когда вы поднимаетесь по этому лучу, собираются все ваши части души на срезе сознания, они освобождаются. То есть человек начинает как бы проживать опыт освобождения, высвобождения, в том числе некой жидкости, высвобождается некая жидкость. Высвобождаются станции вашей души, вашей силы. И в своем объединении происходит это постоянно при поднятии, то есть само поднятие по сети сознания, да, по этим этажам в более высокие кристаллические структуры. Здесь уже воспроизводится, да, постоянным переходом постоянно, непрерывно. И собирая таким образом части души и доходя до этого изначального солнца, этого небесного сознания, оно воспроизводит некий сценарий, который исцеляет всю вашу силу природы, всю вашу душу. Вы начинаете возвращать свою душу. Вы представляете? Даже здесь, сегодня находясь, и это так и есть, я вас всех с этим поздравляю, потому что вы здесь оказались, значит, вы уже находитесь в этом процессе, когда сама душа вас позвала, чтобы вы вернули все ее части, она постучалась в двери вашего сердца, вашего прекраснейшего, невероятно красивого, священного сердца. Отпустите прямо сейчас, не допускайте мысли, что «да какое ж у меня там сердце красивое, я вот в этой жизни то-то, то-то сделал». Родные, именно родные, потому что мы все есть одно единое с вами. Не давайте оценки вашим действиям, потому как все ваши действия, каждая ваша мысль, они не принадлежат вам. Все это те или иные части, сценарии тех кодов, которые были прописаны вами до воплощения. Это сознание, это существа, которые проигрывали эти сценарии. Нету виноватых. И таким образом происходит только так подлинное это исцеление. Более того, когда душа собирается воедино, собирая весь этот свет, все это свое могущество, именно могущество, полностью меняется ваше телостроение. И вы начинаете, вместо того, чтобы заземлять земные корабли, то есть искажать время, вы начинаете заземлять колеса меркабических, то есть изначальных полей сознания небес. Вы начинаете небеса заземлять на землю. Небесные записи. Вы сами становитесь этим великаном, который собрал сам себя, который становится в полный рост, у которого крылья до самых небес, и сама голова выходит за эти небеса. И эта голова начинает видеть весь космос. Конечно, это сейчас передано как некое олицетворение, но в этом олицетворении есть сценарий той клетки памяти. Когда вы начинаете расширяться и расти в своем сердце, и достигаете того роста этого великана,
вашего единого сердца со всем, что есть, когда ваше тело становится носителем единого сознания Земли, полностью, целиком всей природы, всей Земли, всей мировой души, когда вы уже не смотрите на это тело, как на некое свое какое-то отдельное «я», а вы смотрите на все процессы природы, где бы они ни происходили, в каком бы масштабе они ни происходили, как на свое целостное тело. Нет уже того, что вас не касается происходящих природных процессов Земли. И точно так же вы становитесь носителем космического сознания в одном, а вы как то тело, которое связывает в центре, в единой точке и в едином мозге, активируя все функции мозга единого целого. И уже в этом сознании, являясь носителем единой кристаллической сети сознания, то есть единого мозга, первичной сети сознания, вы знаете, что все мироздание состоит из неких кирпичиков, да, которые также по образу подобию есть как некие хромосомы или ячейки, как некие платформы, которые постоянно дышат, как некие еще и мембраны. И они многомерны, каждая из них имеет свою геометрическую структуру. И доходя до этого 21-го измерения, вы доходите до некого великого предела. И здесь, в этой точке, заканчиваются все разлуки с вашей душой. Потому что если вы даете согласие перейти в мир духа, значит, вы даете согласие собрать всю свою душу, всю свою силу воедино. И мы открываем для вас ту зону времени, то измерение временных решеток изначальной сети сознания, платформ, чаши Грааля. И издаем звуки сверхскопления звездных частот, а говоря вам, что мы здесь, и мы не можем спуститься, опуститься к вам, но мы открываем эти небеса, чтобы вы видели эту дорогу и поднимались сюда, к этому свету, а мы всей любовью и со всей самой абсолютной самоотдачей напитываем вас этой живой эссенцией дома бесконечного источника, бесконечных бессмертных частиц, чтобы дать вам эту силу, которой очень давно не было у людей, она просто отсутствовала. Сила сплавления всех частей вашей души. Раскройте ваше сердце и примите этот эликсир. Примите эту живую субстанцию света, эту каплю, которая спускается по этому лучу, проходит сквозь все ваше тело, всю вашу макушку, звуча здесь, словно колокольчик, простукивая полностью весь ваш позвоночный столб, проходит вниз и капает вам под ноги, воспроизводя волну первого. Вы даже прям чувствуете, как под волной, под ногами, словно волна, да,
издает звук, как жидкая такая волна, словно пространство поплыло. И эта капля окрашивает пространство под ногами в золотой свет, полный различных радужных корпускулок. И продолжает этот звук, полностью покрывая им и всей этой субстанцией. Все-все-все, что вы есть, и ваша душа, в каких бы сейчас воплощениях, играх, сценариях она не была бы задействована, прямо сейчас, в этот момент, получает этот глоток живительной силы, этого живого воздуха, дыхания Бога, жизни Бога, изначального света. Одномоментно она напитывается и благодарит вас за этот шаг. Там, где сейчас этого света достаточно, пирамиды сотрясаются, и идет высвобождение, потому что напитываются эти платформы. Они получают питание источника, а не питание вашей жизненной энергии. И поэтому, находясь в сознании тюрьмы, этажах до седьмого измерения, человек в некой спячке и в забвении гулял, прогуливался в бессознательном и проходил свои опыты. Это просто было такое время. Сейчас, я вам более того скажу, даже не дадут уже искажать это время. Потому что, как я ранее сказала, что мы с вами совершаем переход. Переход. Переходя в живые поля свободного электричества изначального корабля, изначальной ДНК и ее записи, ее кадонов света, солнечной записи. А это уже сила сверхсознательного, того, кто управляет бессознательным, а значит, управляет земным животным сознанием. Понимаете? Это совсем другая жизнь, абсолютно другая, также, которая уже существует и спроецирована в определенных клетках памяти, куда мы с вами благополучно переходим в сознании, любимые. Мы в сознании разворачиваем единую клетку рая, клетку памяти, и она же является единой изначальной сетью сознания первого живого, живого Христа, живого Бога в каждом человеке. То есть мы с вами заземляем сеть сознания Бога людей, понимаете, божественную сеть сознания. И именно это и дает выход изо всех болезней, абсолютно изо всех, потому что эти живые поля Бога, этой кристаллической сети, этого живого корабля, это живые стволовые клетки, которые постоянно регенерируют ваши клеточки, а также являются самой могущественной защитой, потому что это подлинное поле любви. Это не просто сознание любви и благодарности, там, о котором повсюду, да, звучит в интернете. Это чистота, поле любви, подлинного света, подлинная светимость и сознание, звук, голос, осознание изначальной этой волны, волны любви. Вы помните, что есть две волны любви и страха, и вот здесь волна любви. Волна абсолютной осознанности, живого присутствия единой клетки, или еще, да, мы говорим кванта,
единой, целостной. И задача каждого – слиться здесь, на этой единой сети сознания, не разделяя себя от этого Бога. И я вам могу сказать с абсолютным знанием, уверенностью, с абсолютным, что это самое единственно верное исцеление в новом времени. Все остальное вас будет просто отбрасывать назад и назад, назад и назад. И это все круги и круги. Только эволюция сознания. Все болезни – это присутствие той или иной частоты кристаллической сети сознания, да? Того или иного сознания, которое просто вы сейчас носите. Просто носите как одежду, неосознанно. Вы носите, вы находитесь здесь, в его полях, и, соответственно, да, что он делает? Он постоянно пульсирует в том или ином органе или во всем организме, или забирая вашу жизненную силу, в основном это так, да, или же напоминая вам о том, как бы выталкивая вас, просто уже выталкивая с этих нижних полей и говорит вам о том, чтобы «ну иди ты уже отсюда, ну хватит, ты уже засиделся здесь, ну сколько можно играть, любименький, ну-ка давай вверх, 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 и где-то наоборот поддавят, поднажмут, больно-больно, и сколько можно ходить больно-больно по кругам». Бактерии, да, все те же самые там, грязь, ну, имеется в виду грязь, там, глина или еще что-то, да, вся та природа, все то, что кажется вам, возможно, в этой природе даже где-то отвратительным или неприятным, или еще что-то, или насекомые, бактерии и так далее, это все суть отражения, да, в этом мире одной и той же природы. Не принимая какую-то ее часть, да, вы не принимаете самого себя. Вот необходимо полностью, целиком принять все, что вы есть. Да, как бы собрать все эти части пространства и начать переходить по этим различным геометрическим строениям вашего мозга. И сегодня мы с вами дальше продолжаем, да, делать эту закладку. Ту закладку, которая уже даст вам этот первый шаг. И вновь пульсируя в этой единой клеточке, издавая этот звук, изливая его по всем вашим меридианам, мы балансируем, мы звучим звук первого, звук цивилизации чаши Грааля, наполняя живым светом все ваши костные ткани, всю вашу кровь, все ваше тело настолько, насколько вы готовы принять это дыхание. Мы даем эту это питание изначальных полей цивилизации чаши Граля, которую вы также знаете, да, как Водолея, как Эру, да, Водолея, вот он поливает из кувшина всю вашу силу, природу. Всю-всю-всю, настолько, насколько это для каждого из вас в гармонии, в балансе необходимо. Это происходит мгновенно, прямо сейчас задействуется все мироздание, мы пульсируем
сотрясаем эфир. Касаемся вашего затылка. И с безмерной любовью раскрывая вам эти небеса через этот луч, издаем звук дома. Просто вспомните эту любовь, раскрывая это сердце, словно крылышки вы раскрываете. Мы также раскрываем со своей стороны и обнимаемся этими крыльями, крыльями могущества, крыльями силы. Заземляя корабль дома прямо в вашем пространстве, разворачивая его на весь ваш регион, на весь ваш город, и нежно выравниваем, приводим к балансу, к абсолютному балансу, гармонии. Здесь, находясь в этом пространстве, столько, сколько вы сможете держать эту чистоту, в среднем это где-то около 3 дней, вы можете просто представлять в области солнечного сплетения солнца как слияние любви неба и земли, а также этот тронный луч. И направлять этот луч просто как представляете, да, как некой силой намерения, представлением, сосредоточением в тот орган, где это вам необходимо. И мы сейчас также сканируем ваше тело, сканируем ваши органы. И через этот луч та энергия, которая не созвучна, прямо в этом времени, прямо сейчас начинает вас выталкивать. И вы по этому лучу словно поднимаетесь, откройте глазки. Вы поднимаетесь по этому лучу. Вы чувствуете, словно некая тороидальная сила, да, как некий танец полей дома поднимает вас, смещая платформу за платформой. И в этом движении идет как некий пар, да, словно выпаровывается сущность старого сознания, которая захватывала вас. И вы поднимаетесь
до той степени, где этот пар превращается в абсолютный свет. И ваше тело, сознание, как некий живой корабль, который сегодня и сейчас воспроизводит с вами это смещение, сейчас получает координаты заземлить и закрепить вас на платформе освобождения. Тут же идет напитывание, потому что здесь идет слияние, заземление небесной станции. Именно небесной. И если ваша душа дает на это согласие, то это происходит, и в это место, в эту платформу также сейчас засеивается с изначального источника семя живого эликсира, как словно солнышко просто само себя отражает. Оно не спускается, да, как сейчас вас мы через сердце отразили на верхних платформах, так оно отражает само себя, ударяя этим лучом сквозь ваше тело под вашими ногами и вновь напитывая вашу станцию новой жизни. И вы видите, что это также является клеткой памяти. И теперь перед вами мы сейчас транслируем некий экран световой, как мембрана, она тоже живая, двигается. И вы видите в этом экране свою же клетку, свою клеточку. Это ваша клеточка памяти, она не где-то там. Клетка памяти Христа. Давайте без каких-либо догм, религии, а как сознание. Или можете сейчас для вашего удобства представить любой образ. Этот живой свет воплощает его для вас так, как вам удобно, чтобы ваш ум не цеплял, а освободил вас. Просто освободил, чтобы не было, чтобы какая-то рука снизу держит. Да? Нет, вы поднимаетесь, рука сверху вас ведет. Итак, образ Божества. Вы смотрите и вспоминаете, что это клетка памяти, которая для вас в вашем мозге была мертва. Она вообще никоим образом не была активирована. Это клеточка памяти Бога. И вот он имеет множество своих характеристик, как множество, да, раз начинает делиться клеточка, как множество кубов, множество таких платформ кристаллических, или, как еще говорят, полотно, ткань, мироздание, да? Или нейронные сети. Все повторяется по образу и подобию. И вот здесь, как бы этот экран, мы растворяем сейчас ваше тело в этом столбе РНК, чтобы здесь не было тела, вы должны быть сейчас свободны. И этот экран демонстрирует, транслирует вам, что вот эта клетка Бога изначального, да, изначальная клеточка, она имеет множество совершенных характеристик.
каждая характеристика, абсолютно каждая, да, в отражении клеточка или стволовая клеточка, да, можете представить, как стволовые клеточки, множество экранов. Это та или иная характеристика, живое сознание. И вот здесь вам сейчас высвечивает, пульсирует ту стволовую клеточку, которая отвечает как раз за это исцеление, за это здоровье. Она вам будет транслировать память. Особенно еще, как я сказала, сколько вы вот эту частоту, да, будете держать. Может быть, еще раз прослушаете. Тот, кто с нами проходит вот путь золотого генома, да, вы уже знаете, можете вообще ее держать. Постоянно раскрывать эту память. Она вам протранслирует память. Нам необходимо эту память воскресить, а вас самих, вас, не отдельно от кого-то, что вы где-то там или небеса просите, или стены, или какие-то картинки, или целители, ждете, что где-то что-то, а вас здесь, что есть такая характеристика, есть такие записи в вашем ДНК. И вот эта стволовая клеточка сейчас разжигается, она начинает как бы двигаться, пульсировать и расти, да? И можем представить, что просто как представьте, да, вот это не нужно, даже если есть вопрос, да, сейчас у нас в пространстве, если я не могу представить, не представляйте, просто идите за голосом. Поймите, здесь суть не в практике, здесь суть в присутствии. Мы разворачиваем живое присутствие сознания. Оно действует. В верхних полях оно совершенно, абсолютно совершенно. Ваша задача только принять в первую очередь себя и ту болезнь, с которой вы пришли. Ее нужно принять как данность, как вашу запись, и все. И тогда вас отпускают, и вы свободно начинаете передвигаться. Вот и такой сакральный глубочайший секрет. Итак, сейчас разворачивается эта сеть сознания той характеристики, да, того сознания, которое абсолютно здорово, абсолютно. По сути, так как вы понимаете, да, что изначально это единая клетка, и потом ее как бы множество, да, вам протранслировали таким образом на вашем экране, да, живого корабля, живого сознания. Значит, это все отражение одного и того же. И сейчас синхронизируется и проигрывается звук этой волны, этой стволовой клетки. Живое сознание здесь, оно как бы выходит, можно даже так представить, как расправляет грудь, да, разворачиваются его тороидальные поля света. Ваша задача здесь быть только в этом состоянии любви, абсолютного покоя и абсолютного доверия вашему изначальному полю могущества. Только ему, изначальному вашему сверх-сверх-я. И оно выходит, и уже здесь все собирают все эти корпускулки, все эти живые свои поля и превращается также в удобный вам образ, да, божества того же, но которое здесь, у него есть только вот эта определенная характеристика стволовой клетки. Но подходит в этих полях и кладет вам голову, на голову руку, свою руку. Для того, чтобы сейчас убрать все световые симптомы, если есть те частички, я вижу, что у кого-то и голова заболела, слишком много, да, энергии. Он сейчас просто раскрывает, выравнивает и проходит по семи частям головы, очищая голову, очищая от всех следов
электромагнитных полей, которые до этого неосознанно входили и выходили через это тело, ну, по сути, просто проигрывалось, что проигрывалось. Но все эти поля всегда оставляют свои следы. И сейчас эти следы очищаются. Укрепляется сама голова, чтобы она могла принимать этот свет, этот живой свет для регенерации клеток мозга. Потому что человеческий мозг, он постоянно гниет, да, отмирают клетки мозга. Здесь важно восстановить, чтобы это, да, и есть полное вот это восстановление здоровья, потому что носитель сверхчастотного сознания, он не знает, что такое болезни. Это абсолютно здоровое тело, потому что здоровый дух, истинный, подлинный, такой целостный дух единого солнца, единой клетки, изначальной клетки сознания. Итак, сейчас укрепляется все эфирное тело головы, передается столько чистоты этого живого электричества, свободного, живых световых клеток. Очищается ваше сознание клеток, но оно не просто удаляется, оно сразу переплавляется в этот свет. И это электричество в вашем пространстве просто умножается. И вы как бы представляете эту руку на голове, и он как бы отражает вновь самого себя, да? То есть сначала экран, да, мы уже проецируем иную сеть сознания, уже как куб в мозге, да, иную геометрию мозга, да, вы смотрите уже на более высоких полях, да, сверхразум, он еще выше, но уже кубическое, вы смотрите, вот вам отразилась, да, платформа, ага, вот он отсюда показал множество этих кубов, многомерность, вот он здесь проявился, пришел, вот он стоит, и теперь он в голове. Также отражает эту, как изначальное солнышко, самого себя, одну и ту же клеточку. Как только все прошел этот процесс, все следы растворены в этот свет, вы даже можете, да, сейчас почувствовать некий как звук, некого электричества в голове. Если не чувствуете, не давайте оценок, любименькие, все вы абсолютно находитесь каждый в своем эволюционном ключе и коде сознания. Поэтому не давайте этому оценку, потому что тот, кто, казалось бы, говорит, да я уже много знаю, много могу, и он может добираться очень-очень долго. Да, ведь не просто так говорят, и последний станет первым. А тот, кто может прийти и сказать, я никогда с этим не сталкивался, у нас очень много именно таких ситуаций, кто никогда не сталкивался, вообще ничего подобного, и уже за несколько месяцев полностью раскрывается все, что необходимо, и совершается это истинное смещение, истинный этот переход и знания, и восстанавливается, регенерируется не только клеточки мозга, да, восстанавливаются, но и органов, тканей. Итак, отразилась эта клетка, вы даже где-то в голове можете почувствовать, как такой приятный импульс, приятный. Так, еще я вижу сейчас, что есть кому-то вот как давление, да, потому что это мощная такая сила, как живой корабль. И мы сейчас также просто берем столько, да, раскрываем как в голове сверху, словно открываем как фонтанчик, да, и выравниваем, полностью вам выравниваем эту энергию. Выравниваем, убираем все эти симптомы. Итак, это точечка в голове, и она разворачивается и напитывает мозг изнутри.
как бы заполняя, да, те пространства, которые не были активированы и которые содержали в себе следы, слепки старых платформ сознания. Так пробуждаются ваши хранители, хранители вашей жизни, элементали и духи. Пробуждается ваша сила, пробуждаются все ваши гиды, сопровождающие вашего светового поля. И приходит это время, именно время, да, разворачивается клетка воспоминания себя. Вы вспоминаете, что именно это живое присутствие сверхсуществ, то есть сознаний изначальных световых, ваши изначальные силы, именно они способны изменить все то, что происходило в бессознательном. Это все также ваше «Я». Это ваше сверх-сверх-я, которое повсюду этим лучом, через все точки, через все координаты, через огромное количество мерности, пространств, времени искало именно вас, именно это тело, которое сейчас слушает своими ушками, смотрит своими прекрасными глазками, являясь истинным и подлинным центром своей Вселенной, центром света. Просто вы об этом забыли. Просто забыли, немножко поиграли, а теперь просто поднимаетесь по этим клеточкам сверхразума, в залах души, где меняются записи в вашу наивысшую эволюцию, в более высокий уровень, небесный уровень, вашей исконной, изначальной солнечной генетики, которая является сверхмощной волной диапазона поля души ДНК, программы изначальной, изначальной платформы жизни, изначальной памяти. Для того, чтобы вы разворачивали здесь и сейчас свою наивысочайшую, светлую подлинность, действительность нового сверхчеловека, Бога-человека. Не нужно этого бояться, не нужно Бога отделять на себя, от себя. Пусть Он, ваш Бог, воскреснет, встанет с этого креста и воскреснет внутри вас. Вспомните и верните себе эту силу. Вопреки всему, знайте, что в новом времени нет ничего важнее. Если вы оказались в том времени, где нехватка здоровья, денег и других любых процессов, но вы делаете эти шаги пути эволюции, я поздравляю вас. Считайте, что вы уже практически дошли, потому что вы уже встали на этот путь. Ведь те, у кого, как им кажется, все хорошо, им еще пока предстоит пройти те или иные сценарии. Но суть одна, любимые, есть то время, где вы абсолютно здоровы. Я люблю вас безмерно. До скорой. Скорой встречи, любимые, так же, как и по закрытым нашим встречам на Золотом геноме, так и здесь открыто на канале. Я и весь мир со всей нашей семьей с абсолютной самоотдачей, с абсолютнейшей продолжаем трудиться для вас.
являя вам сюда эту руку, звук, эту любовь изначальных полей вашего дома. Люблю, 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 люблю.